сотворили чудо. Это нужно отметить. Башни стали нашими. Я отправила группу бойцов. Они расчистят нам путь в лабораторию X. Эх, скорее бы найти отца. Конечно, конечно. Но сперва предлагаю выпить. За капитана Бласковица. Давайте-ка выпьем. Выпьем. Солты. Выпьем. Кэскэсэ бон. Садитесь же. Пейте. Итак, взломав все серверы в башнях нацистов, мы получили полный контроль над обменом данными между Парижем и Берлином. Сработало быстрее, чем я думала. Лотар, мой милый, время пришло. Die Untermenschen schlafen? Да. Bereit, der Regierung in Berlin einen Denkzettel zu verpassen, meine Liebste? Die Vision unseres geliebten verstorbenen Führers in neue Sphären zu heben und ein viertes Reich zu gründen? Eine neue Welt über den Wolken! Славься, Четвертый Рейх! Bist du sicher, dass sie schlafen? Ja, natürlich. Merci. Огромное спасибо за помощь. Дай девушкам вина, сигарет и приключений. И они клюнут на что угодно. Genug davon! Der Tag des jüngsten Gerichts rückt näher. Wir müssen in Labor X eindringen. Und uns auf die Machtergreifung Berlins wappnen! Bringen wir es hinter uns! Zieh ihr den Kopf zurück! Welch ein befriedigendes Gefühl! Der Blutlinie von Terror Billy ein Ende zu setzen! Артур, Кеннет. Мы в пути, Эбби. Гусем баронессы что-то неладно. Поняла. Конец связи. Эбби Шерри, приходи с девочками в комнату отдыха. Ah!
нужно отбить Зигтурм. Задействуй союзников в Берлине. Пожалуйста, скорее. За ними, Джаз. Я с Эбби. Эбби. Лотар, скорее. Сука! Джаз, помоги! Черт! Эбби, держись. Эбстер, тебе больно? Сука, да больно, твою мать. Сейчас. Стоп. Сука, застрял. Дай-ка я, Джаз. Курва мать. О, боже. Так, подумай сейчас о чем-нибудь приятном. Приятно? Хорошо, Эбби? У меня нож, Дарт. Ты нас напугала. Жить буду. Когда найдете отца, передай ему это. Скажи, что от Сета. Поняла. Так, вот что я узнала. Когда генерал Лотар перестал подчиняться Берлину, в его пентхаус в Зигтурме был направлен отряд. Во время штурма он был серьезно ранен, но сумел сбежать в парижские тоннели вместе с Жужу. Затем они вышли на связь с сопротивлением и проникли в его ряды. Это реально очень опасная парочка. Берегитесь. Как ты там, Эбби? Сижу на поле удаляющих. Спасибо, что спасла нас той кодовой фразой. Да, без тебя наш план провалился бы. Что ж, рада помочь. Zum Siegturm ist offen. Was zum Teufel? Ich wette, die Terroristen. Hier hat.
Ну вот, Джесс. Скоро мы найдем папу. Надеюсь, он цел, Софи. Софи, мы что, дуры? Как мы так легко клюнули на Жужу и Лотара? Слышь, не изводи себя так. Они всех обманули. Кроме Эбби, разве что. Так, я нашла еще кое-что о Жужу. Ее настоящее имя – Жули Брандт. Потомок французских дворян с первых дней войны поддерживает нацистов. Вышла замуж за Лотара Брандта в 57-м. Эта сучка по уши в дерьме. Бойцы. Они попали в засаду, но многие выбрались. Один из них видел Лотара и Жужу в сопротивлении элитного отряда нацистов. Имейте в виду. Туда! Ты же, сестра, охрена!
Софи. Попробуем незаметно. Что? У меня на лице что? Слушайте, Жужу, она же Жули Брандт, возглавила атаку на сопротивление, захватила лидера повстанцев Эммануэля и пытала его несколько дней на радость генералу Лотару. Вы же перебьете всех этих нацистских ублюдков, правда?
костра врежем как следует. Thank you.
Я скоро приду, сестра. В чем дело? Чего ты так уставилась? Ладно, Джесс. Labex, un loc înconjurat de un mister aparent impenetrabil. Nici măcar naziștii nu știu exact ce se întâmplă în acel loc.
Am auzit multe rapoarte cum că există un grup în cadrul regimului care încearcă să pornească o revoltă împotriva organizației din Berlin, din motive necunoscute. Puținele informații care au ajuns la noi arată că ar fi chiar mai abuziv și mult mai cruz decât naziștii dinaintea lor și mult mai periculoși. Bag mâna în foc, că Labex este locul în care se fac experimente îngrozitoare să-și ajute cauza și intenționează să folosească orice tehnologie creată în acel loc pentru a răsturna regimul din Berlin. Trebuie să găsim o cale înăuntru și să obținem mai multe informații, să înțelegem exact ce se întâmplă acolo. Problema este că nu știm nici măcar locația sau cum să ajungem în acel loc. Dacă cineva ar putea intra acolo, acestea sunt surorile Blaskovic. Иду к тебе, Софи.
Девчата, потайной лифт, который доставит вас в лабораторию X, замаскирован под рекламную тумбу. Найдите ее. На ней есть две наклейки с черепами. Если нажмете на них одновременно, двери лифта должны открыться. Держал это в тайне? Похоже, у него везде связи. Это хороший знак. В рядах нацистов зреет раскол, так? Очень мало. Ее наверняка хорошо защитили от посторонних. Если удастся найти главный сервер, заберите ключи у офицеров охраны, откройте его и дайте мне доступ. Запросто, Эбстер. Хочешь пробраться по-тихому? Раскол, так? Видимо. Будешь охотиться на крупную дичь?
Без сестры мне тут точно не обойтись, Джесс. Thank you.
Джесс, ты крута. Знаю. Запись с кассет Лотара готова. Слушайте. Ich habe einen Plan. Ich habe herausgefunden, wo sich die Terroristen verstecken. Wenn Berlin mich ausschalten will, flüchte ich mit Jutu in die Katakomben von Paris. Dort infiltrieren wir das Hauptquartier der Terroristen. Wir werden sie benutzen, um gegen die Treulosen zu kämpfen und Operation Aufstieg zu starten. Es wird vielleicht etwas dauern, aber glauben Sie mir, Generalmesser, am Ende werden wir siegreich sein. Heil dem Vierten Reich! На этом все. Отбой. Verstanden, Kommandant. Verstärkung ist auf dem Weg. Я убью эту сволочь! Пушка, детка.
Эти 3D очки полный отпад. Вот было бы. Значит, папа находится где-то здесь. Вдруг они на нем ставили опыты. Лучше об этом не добраться по-тихому? Шуметь, сестра.
Подземное логово. И будет полный улет, если убрать весь нацистский хлам. Двигаюсь к тебе, Софи.
Круто заиметь такое подземное логово. И будет полный улет, если убрать весь нацистский хлам. Thank you.
Мы уже близко. Это почему? Не знаю. Просто чувство такое. Здорово. Ключ. Иду к тебе, Софи. Для меня сердце.
Мне тут помощь нужна. Спасибо. Спасибо, Джесс. Привет. Сервер открыт, Эбби. Есть. У этого компьютера реально продвинутая система защиты. Дайте мне минутку. Так, сервер взломан. В общем, я нашла инфу по энергообороне Латара. Она реально крутая. Если встретите его, берегитесь. Ладно? Надо послушать на нашем бумбоксе. Папа? О боже, быть не может.
Мои девочки. Мои девочки. В 60-х это был наш единственный шанс остановить фюрера. Ключ открывал двери в другие места, но однажды исчез. За вами был хвост? Вряд ли. Нацисты стараются сюда не спускаться. Пап, ты разве у них не в плену? Нет, солнце. Я сам пришел сюда, чтобы вновь открыть дверь и починить то, что сломал. В смысле? Что? Что именно ты сломал? Весь мир, Софи. Пап, да ты чё? Ты убил Гитлера. Гитлер создал устройство, которое включилось в момент его смерти. Этот мудак хотел устроить конец света. Макс это первым заметил. Внезапные погодные аномалии, жуткие грозы, ураганы, ливни. Почему ты нам не сказал? Сет провел расчеты. Вывод был один. Наш мир скоро станет непригодным для жизни. Я понял, что должен найти его. Когда Сет умер, я пришел сюда. Французская нацистка хотела использовать меня в своих целях. Но я ее раскусил. И нашел это. Так давай, пап, открой дверь. Не получается. Почему? Я действовал по инструкции Сета. Но дверь была закрыта. И кое-что заставило меня усомниться в реальности. Па, о чем ты говоришь? Есть другое измерение. Одно из сотен. Оно отделено от нас гладью пространства и времени. И там... Что там? Там другой мир, где все хорошо. И там у вас другая нормальная жизнь. Это чудесный мир. Совсем не такой, как наш. А этот гребаный мир обречен. Из-за меня. Это какой-то бред. Ты как-то сказал мне одну вещь. Напомни. Пока мозг занят лишь прицелом, все твои чувства в отключке. Помнишь? Ага. Теперь ты прекрати смотреть в прицел и оглянись вокруг. Каким бы ни было то измерение, мы сейчас в этом. И мы, блин, сделаем так, чтобы тут жилось не хуже. Как в свое время сделал ты. А вдруг уже поздно? Тогда будем драться. Вместе. Сделать. Вот это от Сета. Охренеть. Фокусирует энергию других измерений. Что там? Джесс, повернись. Кажется, это где-то здесь. О, и... что это за хрень такая? А? Теперь ты будешь валить нацистов пачками, детка. Пачками. Убейте Бранта, пока они на земле. В небе мы их никак не остановим. Ты разве не с нами? Нацисты бросят на вас все свои силы.
Я останусь и задержу их. Ступайте. Готов, Кеннет? Получше, чем ты, Артур. Стухни, безмозглая. Как же. Овца. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich. Heil dem Vierten Reich. Ah, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Juli. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend das war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Nein. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit mal an, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Lothar, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! Прием, Эбстер! Черт, связи нет. Ich bin so froh, dass du mich überredet hast, weiter General Lothar die Treue zu halten, Johann. Dass er wiederkommen würde. Ich habe gehört, dass er mit einigen Kommandanten der Gestapo in Kontakt geblieben ist, die ihn unterstützt hat. Und die ganze Zeit hat er sich bei den Terroristen versteckt. Genial.
Я его вижу. Откуда у вас столько сил? Мы до смерти успеем еще наворотить целую кучу дел. Ich wechsle die Position!
часов. Они здесь,
Роль моя! Могу спасти человечество от апокалипсиса! Эй, Софи, ты бы в другом измерении что делала? Я написала бы свою первую книгу. Ну и о чем? О двух сестрах и их приключениях. Охеренная будет книга. Ясное дело. А ты? Гуляла бы где-нибудь в полях. Где солнышко светит, ветерок дует,
Вокруг куча зверья. Радовалась бы жизни. Твою мать! Больше никогда так не делай! Чё это? ФБР-то не справилась бы. Чёрт. Слушайте все! Мы сорвали планы по созданию четвёртого рейха. Но это всего лишь отсрочка. В одиночку нам не справиться. Нужно искать союзников по всему миру. То есть, значит, ты нас бросаешь? Пока мы в отъезде, вы остаетесь за главных. Мы справимся. Не вопрос. Нашим девочкам все по плечу. Черт, это точно. О, да. Что будет дальше? Скоро сюда заявятся берлинские дружки Жужу и Лотара. Мы будем ждать их. Класс. А пока, сестренки, есть дело. Валяй. Захватите как можно больше технологий Лотара и Жужу. Нам надо готовиться. К чему? Ну, к концу света. Ага, ясно. Если нацисты поднимутся в небо, придется и нам. Мы не дадим этим мудакам победить. Это уж точно. Скоро дождь, девочки.